Загорать, да? Холодно? А тут везде прям сосновые. Вроде его не видать. Прям надо было ветровку взять. Какой ветровку? Тут прям какой. Столько места вообще. Надо же. А там 14 кабинет. Сюда. А, и выход. 14 кабинет и выход. А тут какая прям дорога. Тут вот. Маленький? Ну, конечно, такой канат у тебя длинный. Какая красота. Пейзажный прям такой здесь. Вид пейзажный. Давай, пошел. Там еще фонтан поющий. О, тут еще памятник. Какой-то камни, что ли. Прохладно? Жалко, у нас деньки будут немножко прохладненькие. Народу мало вообще, все на процедурах, что ли. Тут вообще никто не гуляет. Мало выходит. Дим, не беги, сейчас шлепнешься опять. Ну, тут рядом, конечно, дорога немножечко есть. Ее, в принципе, слышно. На телефон особенно записываешь, вроде хочешь птиц записать. А слышно вот эта дорога. Тут прям вообще так поют птицы. Дима уже шлепнулся. Угу. Петруга. Не хватает. Не бегай, Дима. Не бегай. Возьми. Напиши. Мама. Папа. Мама плюс Дима. Напиши. Вот. Здесь вот кругом прям шишки. Такие много-много шишек. Травка. Что-то цветет. А, это дерево. Это, видимо, когда забор делали. А я что, думаю, что такое здесь? Может, здесь калитка была? Когда делали забор, тут было дерево. Ну-ка. С дырочками какое-то. Дырки его поели, что ли, все? Сосна. Тут было дерево. Мешало, наверное. И сделали такое. Это жалко, не растет. Где опять ребенок? Господи. Вау, ушел так далеко. Не боится, уходит. Земляника даже. Цветочки какие-то. Чего? Дима, иди сюда. Перестань бегать уже. Что
ты бегаешь туда-сюда, деловой? Что ты бегаешь? Смотрите, куда мы забрели. Здесь прям, да? А, там калитка. Калиткой тоже закрыта. Там, наверное, раньше была это его территория. А потом сейчас открылся там другой. А вот, это не вот. Балкончик там какой-то. А туалет? Да, санатория. Каштаны. Тут как хорошо. Ну, сейчас мы с тобой с другой стороны обойдем. На первом этаже. Там я лестницу какую-то видела. Да, с другой стороны. Да. И там, может, лестница... Там выход получается вообще с того стороны дома. То есть это вообще там обходить, конечно, много. Ух ты, смотри, маленькие каштаночки зародились. Маленькие каштанки. Больно? Нет. Ну не заходи туда, там что-то растет. Маленький каштанчик. Ну пушистенький. Маленький, пушистенький. Мне еще кто-то на канале, кстати, писал, что они это... Их внутри открыть можно. Ножичком разрезать, и они это... Симпатичные. Я, кстати, никогда не видела. У нас было с вами какое-то видео. Пойдем их или покажем каштанчик. Покажем сейчас. Не пропустить бы нам ее. Какой тут воздух. Вот с этой стороны вообще прям тихо. Видимо, здание загораживает. Что мы нашли? Красивенько. Ну, можно я бутылочку попить? Я не взяла. Что ты дома не попил? Ну, там стакан же есть вон. Вон же есть стакан, возьми. Не, не достань никак. Ну, тут, наверное, есть вода. Вода есть, наверное. Горячая вода. Холодная. Часть туда, часть туда. О, часть холодной набери. Вот, часть горячей. Вот. Все. Все будет тепленькое. Вода хлеба. Прыгали, да. Там ремонт идет. Бассейн. А хочу постараться с высоты прыгать в бассейн. С высоты прям? Да, высоко, высоко. Хочу прыгать. Плю. Там прям горка, жалко, не работает. Ну, давай, ремонт хотели делать. Да. Ремонт не сделали. Здесь там. Тут как красиво. А вон чуть-чуть видно, Дим. Вон там видно. А, ну коробки, да, вон, видишь. Ремонт там был. Идет. Денег, наверное, нет на ремонт. Конструкция такая. Из этой куклы что? Вот так катились еще и прыгали. И прыгали, да. Не трогай. А, видишь, опечатано. Вот так поднимаешь. Дима, не трогай, говорят тебе. Там вон детский бассейн. Тут вон сосновый бор. Да. Сосновый бор. Там вон детский, вон лягушатник. Что там? Лягушатник. Грязь какая-то там, видимо, давно. Пошли. Никого не было. Ну, он, видишь, ремонт идет. А, еще маленький там лягушатничек. Пойдем. Прям целый аквапарк. Жалко, не работает. А там что? Там ничего. Уголочек. Там до околицы просто. Да. А там дальше столько на лифте. Поэтому... А вот тут как раз аквапарк закрытый. О, фонтан. Дима, аккуратненько. А так интереснее идти. Давай, давай. Меня раскачал.
Кривая дорожка. Как птицы поют, надеюсь, слышно вам. Дорога еще рядом. А по ровной не было бы интересно идти. Ой, какой запах. Ой, со сосенками. Это нет. Тук-тук-тук. Баба-ёшка, я пришел. Я малыш такой хороший. Сочный. А, нет, не открывается. Наверное, Баба-Яга ушла. Она куда-то. Ушла, наверное. Закрыто. Колодец. Устики, да, какие-то? Настоящий? Ну да, такая цепь. Цепь, ага. Такая цепь, как будто он прям это. Крутится? Вот этот колодец, вот такие раньше воду там доставали, вот так. Ведро было в деревнях. И воду вот так вот доставали и пили воду оттуда. Даст тебе полбу. Парковочка. Ну, одно место всего свободное, да. На солнце стоит небольшая парковка. А, ну, тут два места. Старячился. Почему так? Вообще. Ну, почему? А, забор там какой. Смотри, какой лес там. Мам, смотри, как красиво в лесу там. Машины, дорога. Горку. Далеко. Далеко. Не успеем. Как красиво. Просто вход не помню, как далеко от нас. Там цветочки, приезжаешь на машине. Там что, охрана? А тут заходи, бери, что хочешь. Там может быть дальше что-то. Ну там. Ну, санаторий? Не знаю. Санаторий, профилакторий, Ставрополь. Ставрополь. Звучит красиво. А здесь вообще все распашки сходить, как хочешь. Тут с этой стороны заборчик. Там санаторий другой. Сейчас мы здесь посмотрим. Вот так вот с тобой, да? Вот, мы могли бы вот здесь. Да, мы могли бы вот здесь пройти, но закрыто. У нас санаторий. А тут все закрыто. Пришлось в автобус. У нас будет как-нибудь время, когда есть. Через забор перелезть, да? Ну да, тут такая земелька. Там говорят, что побольше. Побольше? Я хотел сказать, вон же. Вон же площадка. Не сейчас я посмотрю. Ну вот он был, этот корпус. Он один корпус. К Надежде. Пристрой? А, ну вот пристрой еще живут.
что-то висит такое здоровенное на елке. А гнездо, это... что ли? Не знаю. А это здесь ситуация, никого народу нет. Дима, аккуратно. Это танцплощадка. А там вон там охранник. Ну, еще здесь у них тоже качелька также. Там лес. Что-то охранник набоялся. Лошадочка вон. А вон эти сидят, они к нам на дискотеку вчера были. Ну да. Тут тоже птицы поют. Там большая площадка. Ну вот сюда можно будет. Много дорожек. Просто нам надо место найти, где перелезть надо. Ну а что? Далеко будет. Обходить, да. Это далеко. Тоже всякие велосипедики. Вон какая большая площадка там. Давай. И вон еще. Да, вот там у них побольше. Ух ты, у них там еще какая-то всякие. Футбол играют они. Да, а вон там лес, а там забор. Слушай, ну не будет. Сосновый прям. Жалко. А у них что, забора нет? Чтобы... Есть там забор. А, вот он забор. Нет, за ним еще забор. Ну, давай, беги, только мы ненадолго, ладно? А потому что скоро обед у нас. Сейчас опять начнет возмущаться. Я тоже думала, уже кошмар. Я думаю, это... Кто так возмущается? Ага, там, видишь, волейбол можно играть. А у них вообще народу что-то нет. Вообще нет. А посмотри, травка. Видишь, травки хорошо сделали. Травочки тогда. Классно так. Мне сказали. Вот качели есть, Дим. Дим, качели есть. Дима, качели! А там еще какой-то еще корпус. Двое качель. Вот прям в лесу, в такой прям. Хорошо. Классно так, да? Горб, канал. Привет, Дима. Привет. Это кто сидит там в трубе? Я. Смотри, какая я высокая стала. Ух ты, бабуля высокая. Высокая, вот высокая. Так бабуля. Да, черпили, деревья так ровненько и делают, правда. Ну там раз, раз, все это. Опа, он кустик. Кустик целый. Хочу кустарей. Да. А вот машинку еще не трогаю. Ой, поленитель. Ой-ой-ой, я что-то меня зашатываю. Пока по линии не пройдешь, сам не поймешь. А это чтоб не заблудиться, мам. Это чтоб не заблудиться. Ты что там, Дим? Вот так вот идешь, да, действительно, пошатывает, так прям тяжело. Ну вот он канат ты рисовал, кстати. Вот, мы идем с тобой как канатоходцы. А там, знаете, будет вообще там туда и сюда. Там. Иди, как на гармошке играли, но я был в этот момент в эфире, в лайке.
там вам показал. Ох ты, ох ты, ох ты, бабуля, бабуля. Не догнал, не догнал. Да-да-да, богатая. Да, тогда не будем за нас. Тогда давай просто бегать будем. По кругу догонять. Давай, кто кого догонит? Я ее. Меня? Да. Ну давай. Наставь внимание, марш. Бабуль схитрила. Лучше сядь. Давай, у меня голова закружится. Давай тогда покажи. Еще сидеть. Сидеть. Я так похудею с тобой. Ну ничего. Надо куда-то еду-то девать всю. У нас еще с тобой это ночной ужин. Что, разошлись? Разошлись. У нас еще ночной ужин с тобой. Может, надо аппетит нагуливать. А, блин. Давай, теперь я тебя догоняю. Давай. Сильно упал. Дай все. Ну, не падай. Ну, ты под ноги смотри. Что, устал? Устал, что ли? Устала, говорю. Дожди. Ой, летела. Как птицы поют. Туалет хорошо. Аптека. Аптека, смотрите, есть. Всякие эти мыло есть. По 39 рублей. 32 рубля даже. Самое дешевое. 55 он. Гири. Ушные палочки. Здесь прям вообще классно. Шампуни дают. Всякие. Цены, кстати, очень дешевые. 145. Аквадатрин 165 всего. По-моему, дороже стоит. Это очень дороже. Снуп 129. Так вам, Марс, интересно, есть? А, ну вот, там на борду уже 395. Это дорого. Жалко. Здесь вон. Постелы 200 рублей от каши. Это я, а вот. Супрастин 129. Вот. Таблетки от аллергии. 25 миллиграмм. Вообще дешево. По 300 покупали. Глицин 34. Он 50 стоит. 50 даже больше. Что-то я есть хочу. Лекарства все. Какой-то алтайский букет печеночный. Бальзам. Бальзамы всякие. 185. Вода. Ну, вода вот 45. Не знаю, сколько в магазине стоит. Смекта 145. Крапива, лист пустырника. Какие ароматы обалденные. Грибы, смотрите. Как настоящие. Гномку. Знаете, каждый раз идешь, что-то новенькое видишь, а тут памятник вообще. Маме, малышу. Запах вообще, вечерний запах. Шикарный просто, шикарный. Хоть тут и дорога есть рядом,
Но все равно, конечно, отличается от городского запаха. Все равно офигенно. Офигенно пахнет. Шумно, но час только проехал мотоцикл. Лиса, зайчик. Вообще прям классно. Вид какой он сейчас шикарный. Велосипедик. Какой красивый. Но все-таки все равно, смотрите, вот такие вот всякие штуки, но они красивые. Они классные. Ну, представьте, если бы не было, было бы как-то не так. Он на велосипеде катается. Здесь тоже. Ну, мама моя с Димой идет. Как красиво. Кутики, цветочки всякие. Которая нагнулась? Слушай, какое оно мощное дерево, смотрите. А потом оно раздвойняется. Идет дальше вверх по две штуки. Офигеть. Мощное дерево, да? А тут молоденькие девочки, А, вот эти, да? А эти девочки молоденькие. А они потом вырастут такими же, будут большими. А вы куда идете-то? Сейчас мы с вами посмотрим. А, вот так хочу сфоткаться. Какая она мощная. А кора какая. Прям такая классная. А запах. Давай. Для отдыха, расслабления. Похоже, это на лапу, как будто это крыша. Крыша? Никого нету. Все на фильме. Фильм идет, там сегодня пальма. Какой воздух красивый. Тут как фотозона такая небольшая, стульчик. Пианино. Как-то пианино там по-другому называется, не помню как. Здесь вот лавочка какая. Цветами вот обградить. Будет красиво. А здесь памятник. Маме и малышу. Такие они прям это упитанные. Не худые. Прям красиво, да? Бывают памятники разные, бывает что-то не очень, а бывает вон красиво. Здесь вот аквапарк, оказывается, закрылся в 2014 году. И все, на ремонт. И все. И не делают, ремонт не делают, там все заржавело уже. Видно, что грязное такое, никто туда даже не ходит. Вон даже дверь видно, что опечатанная. Опечатан. Хотя, если, может, опечатано, значит, нельзя заходить по каким-то причинам. Кто знает, напишите в комментариях. Это новый корпус. Запах какой обалденный. А, фонарики. Включились, по-моему, не было включено. Красота. Ой, а тут как красиво. Птицы там поют. Давай ручку. Цветочки какие. Цветочки. Какие цветочки. Красивые. Пошли дальше. Пойдем. Тихо-тихо, не тяни меня, не надо так резко. Цветочки. Там прям ямка. Какая-то как джунгли. А?
Надо доехать до туда и все, и назад, Дим, дальше нельзя. Тут вон розы. Дальше нельзя. И лес. Опа. Это лес, а тут асфальт. О, а ты вот тут классно смотришься.